А перед просмотром видео я хотел бы вас попросить зайти на канал «Давай играть». На его канале ты сможешь найти различные гайды, также летсплей с индустриальными и магическими модами. Несмотря на это, ты также сможешь найти прохождение различных игр, таких как Sniper Elite и Dishonored. Ссылочка в описании и на экране. И еще раз попрошу зайти на его канал и подписаться. Всем спасибо и всем приятного просмотра. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Minecraft, с вами Пиксельмон. Добро пожаловать в наш 5-й сезон. Не помню, честно, вроде 73-ю серию, что ли, честно. Ух, ребята, не помню даже в какую серию, как-то подзабыл. Во-первых, что мы будем делать в этой серии? В первую очередь нужно расчистить вот этот беспредел, хотя в какой степени расчистить? 1, 2, 3, 4, 5. Даже, в принципе, уже больше ничего расчищивать не нужно. А все-таки, ребята, я решил, что мы сделаем, наверное, в одну серию 10 Блисси. Мне кажется, просто, знаете, где-то, ну, что ли, процентов 95, наверное, были за то, чтобы я убивал в одну серию 10 Блисси, а не 5, чтобы, в принципе, мы, наверное, быстрее прокачались. И, ну, в какой-то степени это, конечно, лучше, но в какой-то и хуже, но... Увидим, ребята, что с этого получится. Давайте еще вот это все нафиг выложим. Что мы можем выложить? Вроде все. А плюс к тому еще, в принципе, 5 штук нужно взять. Венушок, Драгон Клав, 1, 2, 3, 4, 5. У нас, смотрите, ребята, у нас только темок, и мы, в принципе, ими нафиг не пользуемся. Вот этого всего, это, ну, нам, в принципе, в жопу не пригодится. И поэтому я даже, ребята, не знаю, почему я это раньше не сделал. Опа, там еще и босс. Но просто, знаете, я в этом сезоне хотел без каких-то... Там еще один босс, но мы не успеем и туда, и туда. Я в этом сезоне хотел без каких-то дополнений, то есть, знаете, без магазинов, без еще чего-то. Но, как я подумал, с одной стороны, это нормально, да, что как бы не засыраем, можно и так сказать, сезон лишней фигней. Но с другой стороны, ребята, с другой стороны, у нас столько вещей, которые нам просто-напросто никогда не пригодятся. Я вообще не знаю, почему мы их не, ну, в принципе, не используем их, потому что нам это нафиг не нужно. А валяться просто-напросто где-то там в сундуках тоже большого смысла нету. Во-первых, ребята, давайте октилерии выложим. Просто я сейчас думаю, кого бы нам взять? Кого бы нам взять? Кого бы нам взять? Нет, сейчас. Давайте Белспрота возьмем. Я не знаю, мы, в принципе, его уже давным-давно ловили, но до сих пор мы его не качали. Сейчас мы его, в принципе, возьмем, прокачаем и выложим. А вместо него я потом... Знаете, кого я сейчас хочу взять? Точнее, не сейчас. А после Флориона я, наверное, возьму Шайни Литвика, потому что он Шайни. А потом Синдаквилла. Ну, это посмотрим. Во-первых, мы сейчас пойдем быстренько в наш... Вот это еще нужно доделать, ребята. Вот это я всегда забываю. Стенд крыльев. Давайте, знаете, поделим что-то. В этой серии мы заспамним Забдоса, потому что я уже обещал, в следующей серии мы... сделаем стенд крыльев, то есть больше сделаем его. В этой серии мы поменяем правила, то есть с 5 Блисси на 10. И в этой серии у меня есть еще одна идейка. Только я не знаю, сейчас мы ее будем делать в этой серии или в другой. Короче, я сразу вам скажу, что я хочу сзади нашего дома сделать двор. То есть, я не знаю, может, знаете, какой-то гостевой домик, что ли, для друзей, допустим, да, точнее, украшения. Хочу сделать какую-то беседку какую-то хочу сделать. И хочу сделать бассейн. Я не знаю почему, просто, знаете, хочется иногда даже выйти на задний двор, это во-первых. А во-вторых, ребята, смотрите, сколько у нас тут пустого места, и это, если честно, даже не смотрится, да, то есть тут у нас все нафиг загажено вот этими садами, а сзади дома вообще ни хрена нету, и поэтому, если честно, это не очень. И мне кажется, что намного лучше будет, если мы выложим вот это все, да. О, так, точно. Вот сюда. Вот сюда и ставим. В одной серии... Так,
одной серии разрешено убивать 10 Блисси. Замечательно. Легенд мы не используем, чтобы я опять не забыл. Легенд мы не используем. Лукарио... А давайте Лукарио прокачаем и заодно Вибраву будем качать. О, 47 уровень, как раз нормально. Знаете, что я сначала, ребята, хотел сделать? Я хотел, наверное, повысить... Так, сейчас, я этого уже добью, не обращайте внимания, сейчас. В том смысле, почему не обращайте, сейчас. А я просто забыл выкинуть наши вещи туда, в тот фонтан или что это, да, где. Ну, сейчас выкину, ничего такого страшного нету. То есть, знаете, что я сначала хотел делать? Я хотел повысить уровень Блисси, да, чтобы они не спавнились от 30 до 50 уровня, а чтобы они, например, были... Ну, какой-то 30, не 35, а какой-то 40, 50 уровень, чтобы они были. И, в принципе, не 50 даже, а 60 уровень. Что за фигня? И, в принципе, мне кажется, так бы было нормально, но в связи с тем, что сейчас мы меняем правила, будем убивать не 5 Блисси, а будем убивать 10 Блисси, поэтому еще больше поднимать им уровень какого-то смысла нету, потому что так мы вообще нахрен будем качаться. То есть мы зайдем в качалку, 10 Блисси 50-60 уровней мы захреначим, и за одну серию мы там 2-3-4 команды нафиг прокачаем. Это не очень круто, если мы так быстро, в принципе, сезон закончим. А еще каких-то глобальных... Ребята, ну напишите в комментариях, вышли там какие-то уже глобальные версии новые? То есть я как-то за этим перестал следить, то есть... Выходили какие-то обновленные версии? Да, я знаю, что там вышла 4.0 какая-то версия. Так, сейчас, чтобы не сбиться. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. То есть я знаю, да, там вышли какие-то новые версии 4.0, но там вроде только что только баги исправляли, новые текстуры добавляли. В принципе, я не хочу вот это все пока что обновлять сборку сезона только из-за текстур и из-за багов. То есть напишите, пожалуйста, или потом, знаете, о, большой уровень. Или потом мне сообщите, когда выйдет какая-то большая версия. То есть, когда там новые легенды добавятся, новые покемоны добавятся. И, в принципе, вот это все. Вот тогда, в принципе, уже тогда я уже буду знать, что, ага, мол, она уже вышла. То есть, нужно нормально так уже придать немножко жарку к сезону, чтобы он быстрее закончился, чтобы потом начать новый сезон. А сейчас мы будем за... Это три... Да, это три было. А если сейчас мы будем так, в принципе, быстро качаться, закончим сезон, нафига начинать новый с той же версии, да? Это четвертый был. Hell Pulse. Ну, ребят, это нам нафиг не нужно, но да ладно. Это четвертая была. 32. Я не хочу таких убивать. Знаете, вот иногда есть такой рандом, что спавнится большой уровень, спавнится маленький. Но давайте тогда еще одну убьем, вот эту 38-ю. Если сейчас заспавнится до 40 уровня. О, это шестая. Опа. Я не знаю, честно, давайте вот это. Это шестая. О-о-о. Вот сейчас поперло на большие уровни, да? Это седьмая. Я еще одно правило. Не то, что нарушил, а просто забыл. Это седьмая, еще три осталось. И, в принципе, опа. Опа! Ребята, вы меня не предупреждаете. Вот вы заразы. Я чуть не профукал уровень. Вот этот Флайгоша уже 50 уровень шайни. Если бы еще одну Блисси убил, то он бы уже был больше, чем 50, и уже нужно было бы его уже докачивать до 55, и тем самым мы бы потеряли уровни, да? А так, смотрите вы, а то забывайте меня предупредить. Давайте вместо Флайгона возьмем... Знаете, возьмем... Первого покемона, который у нас тут будет не прокачанный. Тут у нас идет Кранидус. Ну, Кранидус первый не прокачанный, хотя, да, в принципе, Кранидус. Шакл, потом Шакл. А Шакл у нас прокачанный или нет? То есть там есть у нас Шайни, но я не знаю, качали ли мы его. Не знаю, ладно. Еще три Блисси осталось, да? Еще три Блисси, и пасаем это на кого? Давайте на Худ-Худа. Три Блисси осталось. Этих мы не будем пока что убивать, в принципе, они маленькие уровни.
И сразу, ребята, идем. Еще три блисина уже запомнить. И сразу же, наверное, знаете, куда идем? Идем мы нафиг спамнить Завдуса. Да. Зачем тянуть? Только я не знаю. Ребята, прикиньте, ща я забуду, где он был. Наверное, так оно и есть, потому что хрен его вспомнишь. Тут нету. Он где-то снизу тут был, хотя нет, даже не снизу. Опа. Тут нету. Тут нету. Зашибись, если мы еще профукали вот ту точку. Вы что, издеваетесь? Час. Давайте сначала будем расчищать вот это все. Тут алтарь Молтреса. Удаляем. Вверх. Тут. Тут ничего нету. Удаляем. Зашибись, как я понял. Он не тут где-то был. А что это за хрень? Я как-то, знаете, не совсем понимаю. В чем дело? То есть... Мы же его нашли, мы же на нем поставили вот это waypoint. Где он нафиг потерялся? Кто-то мне ответит? Ребят, я не знаю. У меня есть только одно решение, что нам нужно делать. И, в принципе, оно будет таковым, что Завдуса мы заспавним в следующей серии. Потому что, хоть убейте, я не имею ни малейшего смысла, ни малейшего понятия, где нафиг пропал алтарь Завдуса. То есть мы его искали, мы его нашли. Территория открылась. Я поставил туда waypoint и все. Мы пошли домой, потому что у нас тогда не был прокачанный орб. Сейчас, когда мы орб прокачали, у нас нету ни waypoint, а где должен был быть Завдус, где он есть как бы. И как я заметил, у нас даже территория-то не открытая, где мы нашли тот алтарь. Это какие-то новые шутки-прибаутки нафиг, что я открыл новую местность, да, новую территорию, вышел с игры, и эта территория опять закрылась, и не показывается, что мы там были. И плюс к тому, наш waypoint тупо испарился куда-то. Ладно, не будем на этом зацикливаться, ребят. Я знаю, что делать, все, что нужно делать, это я к следующей серии, наверное, потом найду ту серию, где мы нашли алтарь, да? И, в принципе, в той серии я посмотрю, где он находился, и в следующей серии мы уже пойдем. Потому что это жопа какая-то нафиг. Это вообще что-то новенькое, ребята. Фу, ну да ладно. Ребята, делаем задний двор. Вот тут, например, да? Потому что, честное слово, я хочу его сделать, но... Тут и места много, и в принципе классно получится, даже вот так уже смотреть, тут классно будет выглядеть. Давайте сразу же пойдем, сделаем двери, две двери, вот, ой, это я сундук нафиг делаю. Так, это сюда, вот так. И в принципе мне действительно, ребят, это прикольно будет. Одну дверь сюда, одну сюда, вот. Тут у нас будет такой спуск. Замечательно. И тут у нас будет... тут у нас будет двор. Только знаете, что я еще хочу сделать? Смотрите. Дайте-ка я подумаю. Может, с этой стороны, вот смотрите, вот тут, да? Например. Тут сделать небольшой такой домик. Тут у нас типа будет идти как-то продолжение. Вот тут, вот тут, вот тут. Вот тут. Тут у нас будет начинаться какой-то домик с какими-то окнами большими. Например, 4 окна, да, вот тут будет. 4 окна. Тут вход. Тут это. И вот тут у нас будет заканчиваться дом.
Наверное, так мы и сделаем. Там он заканчивается. А знаете, знаете что? Ух, сейчас, ребята. Я хотел посмотреть еще одну вещь. Только я не знаю, как она называется. И поэтому это нужно будет искать очень долго. Как я думаю. Не смотрите, что я включаю гейммод. Просто, честное слово, я не знаю, как она выглядит даже. Это, короче, такая плитка на полу. То есть выглядит как... Я не знаю, как это объяснить. Короче... Камень какой. О, у нас даже есть мод на скамейке, то есть и скамейки можно вот это все будет поставить. Это, в принципе, очень круто будет выглядеть. А я, если честно, не очень уверен, если вот та хрень, которая мне необходима в этом моде. Нужно внимательно смотреть, чтобы не профукать. Но, как я замечаю, до сих пор ее тут нету. Не. Не, ребята, ее тут нету. И, в принципе, гамак еще можно будет еще один поставить. Ребята, давайте вообразим вот эту картину. Забор вокруг этого всего. Домик для гостей с большими окнами, да, чтобы можно было на вот этот весь парк смотреть, можно и так сказать. Возле этого дома два дерева, между ними гамак. Потом дорожка дальше, 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 бассейн. Возле бассейна место, чтобы загорать. И с другой стороны столики, наверное. Вот я не знаю, столики... Ребята, как думаете? Напишите в комментариях, как лучше сделать. Просто столики и столы на дворе, да, чтобы можно там было покушать и все такое. Или сделать столики и столы, но под такой как бы крышей, что ли, получается, как... Как это называется? Ну, беседка, да, как беседка. Вот это я не знаю, честно, я вот это еще сам не придумал, как это все будет. Но в библиокрафте нету того, что мне нужно. Я где-то видел, честно, но хоть убейте, я не помню, в каком это моде было. Но раз тут нету, значит нету. Давайте еще тут посмотрим, но вряд ли оно тут будет. Нету. Короче, я не знаю, как это называется, но, короче, хрень такая. На земле, то есть как плитка, вот плитка, можно и так сказать. Но раз ее нету, значит используем стандартно, заменим просто блоками. Ребята, знаете что, то есть не нужно кричать, что вот Эдисон, мол, серия беспонтовая, ты ни хрена не делаешь, что ты пошел убил Блисси, ла-ла-ла-ла-ла, заменил покемона, все, всю следующую серию ты там строишь, планируешь и страдаешь херней. Я таким людям, я не знаю, просто вот вам, кто такое пишет, в том смысле, что, ребята, это просто однообразная хрень. Мы заходим, качаем покемонов, выходим. Мы заходим, ловим, качаем покемонов, выходим. Мы заходим, качаем, выходим, качаем, выходим, качаем, выходим, качаем, выходим, заканчиваем, бам, новый сезон, качаем, 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 бам, новый сезон. Никто не хочет строиться, входить в шахту. Лечиться, говорить на камеру. Даже мне пишут: Эдисон, ты много разговариваешь, говори вне съемки. Чего? Иди в шахту, летай, путешествуй, кушай, лечись, ищи покемонов, разговаривай, сади там деревья, строй постройки. Вне серии. А что мне в серии нахрен делать? Ребята, всем привет! Нарезочка где-то с 50 боев, да, как я кидаю покемона, убиваю, пум! 2 минуты серии, всем пока, ребята, мы на этом закончили. А если иногда строить еще что-то, потом у нас будет ресторан достроен, я буду принимать ваши заказы на еду, мы будем еду там делать, да, гамбургеры, что там, там куча еды, ребята, вот просто посмотрите, сколько там еды, вот, вот нахрен! Смотрите, сколько тут еды. Я буду нафиг заказывать. О, это прикольно. Заказы ваши, да, вот там кто-то один написал, подписчик. Я там хочу сэндвич вот с киви и какой-то манго, или нет, не манго, черри. Короче, какой-то там апельсиновый сок. Я ему там вот это делаю, потом делаю вот это в нашем ресторане. Все, заказ для него готов. Я там какой-то степень даже прикольно будет.
принципе, внесет, можно сказать, разнообразие. А если мы ни хрена не будем делать, а тупо качать покемонов, это жопа, ребят, это скучно. Я не знаю, почему люди пишут, да, там, Dying Light скучный, Ori and the Blind Forest скучный, Assassin's Creed скучный, потому что ты не ничего не делаешь, только бегаешь туда-сюда. Ты ничего не делаешь, ты тупо зомби убиваешь. Ты ничего не делаешь, ты тупо прыгаешь. А в Майнкрафте, а в Пиксельмоне что я делал? Захожу, убиваю покемонов и выхожу. Логика вообще прям такая большая, высокая. Угу. Да, ладно, ребята. Нету вот этой хрени, которую я хотел. Поэтому, наверное, мы тут, в принципе... А давайте уже хотя бы спроектируем... Хотя, я не знаю, вот тут что ли рубить нам деревья? Я не знаю, потому что... Возле нашего дома тоже не хочу пейзаж, что ли, портить. Но, в принципе, мне кажется, если я тут пару деревьев срублю, то ничего страшного не случится. Например, еще сюда пойдем. Тут уже, в принципе, никто ничего не увидит, да, то, что мы срубили. Я просто хочу хотя бы, знаете, общую картину сделать. То есть, смотрите, мы будем делать в ресторане еду и будем, например, иногда приходить в свой дворик, да, то есть... сзади нашего дома и там кушать будем и все такое. В принципе, это прикольно, то есть я буду ваши заказы там принимать, да, то есть кто-то, подписчики будут мне писать, во, Эдисон, я хочу вот это, сделай мне вот это, да. Это, в принципе, будет прикольно, мне так кажется. Но, в принципе, дерево у нас есть, но, я не знаю, много ли там, да и ничего страшного, у нас трикапитейтор есть, поэтому это не так и долго. Знаете, что я заметил? Я без наушников сижу. Я только сейчас заметил, что у меня наушники не одеты. Не знаю почему. Ну ладно, забыл как-то. Там Басяндра, я вижу. У нас еще 3 Блисси осталось. Нужно не забыть, а то мы за них заплатили в какой-то степени. Будет, ну, не круто, если мы их забьем. А, да, он нафиг, он в земле. Пойдем быстренько убьем 3 Блисси. Сделаем какую-то обстановку хотя бы на заднем плане. К следующей серии я постараюсь найти то место, где у нас был алтарь, если найдем. Потому что если нет, это жопа нафиг. Нашли алтарь, сейчас забыли, где он, да? Хотя как забыли? То есть, это, ребята, не моя вида нафиг. У нас и открытая территория была, у нас и так, чтобы... И вот это. И чекпоинт, не чекпоинт, а вейпоинт там стоял. Сейчас они тупо нахрен пропали куда-то. Куда? Не знаю. Ну, в принципе, все, ребят, на этом уже можно заканчивать. Не забываем, ребят, еще 2 Блисси, но я в общем. Не забываем, что если вот эта серия прям, вот прям сейчас набирает 500 лайков, то сразу же выходит новая серия. Или выходит новая серия Пиксельмона, или выходит новая серия чего-то другого, чтобы хотя бы иногда придавать какое-то другое разнообразие, не только Пиксельмон. По 2 серии в Пиксельмон, за 10 дней выходит 20 серий, что это нафиг сдуреть можно, как, наверное, быстро вот это все надо есть, если мы будем выпускать по 2 серии в день, да? Обычного. Первая серия в день мы качаем, другая серия в день мы ищем и качаем, третья серия на следующий день мы качаем, четвертая серия на следующий день мы качаем, и такими темпами нахрен это с ума сойти можно, как это, наверное, быстро надоест вообще Пиксельмон. Поэтому, знаете, иногда балансировочка не помешает, даже если она маленькая, что иногда не 2 серии Пиксельмона, например, 1 серия Пиксельмона и что-то другое. Ну вот смотрите, за 1 Блисси нашему Ноктовлу дало 3 уровня, это, в принципе, нормально. Ты так прям манишь 46 уровень меня, но я тебя, к сожалению, не могу убить, потому что мы уже достигли своего лимита в этой серии. Ну что, ребята, не забываем ставить лайки, 500, опа. А это мне как считать? Как еще одна дополнительная Блисси, 11-й Блисси, или как просто босс, который заспавнился? Вот, ладно, я лучше оставлю, потому что если я его убью, то потом может быть такое, что начнется. Ни хрена себе, Эдисон опять правила нарушил. И ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 1, 2, 3, 4, допустим. Тут... Один, два,
1, 2, 3, 4. Допустим, вот тут. Тут у нас 1, 2, вход. Так. Вот так у нас. Тут у нас домик для гостей будет, что ли, такой какой-то маленький. И тут, в принципе, знаете, что еще можно? 1, 2... Ну, это потом, ладно. Тут у нас дорожка будет, вот бассейн даже нет. Нет, тут у нас будет, наверное, хотя я не знаю, можно и бассейн. Или... Сейчас, ребята. Или вот тут, как, ребята, такое просто поможите, что я вообще хотел сказать, нафиг. Помогите мне. Как будет лучше? Представьте, включить фантазию, что тут у нас дорожка вот так идет. И вот тут, с этой стороны, что мы делаем? Тут у нас бассейн, а за дорожкой у нас тут будет беседка, где мы будем кушать, отдыхать. А вот тут у нас будут где-то деревья, где будет гамак, да? Или, например, тут у нас будет гамак, также тут бассейн где-то. Вот тут у нас будет где-то место для загара, можно так сказать, возле бассейна. А тут возле нашего дома будут столики. Ну, какой-то я склоняюсь 60%, что тут столики, а тут бассейн. А 40%, что тут столики, а тут бассейн. Ну, в принципе, ребят, давайте на этом уже будем заканчивать. Выбор я предоставляю вам. Как, напишите, пожалуйста, в комментариях, как будет лучше для вас. Как вы считаете, а не для вас. И на этом, ребята, мы уже будем заканчивать вот эту серию. Всем спасибо за просмотр, не забываем отгадывать покемона, которого вы видели в начале серии. Все, кто думает, что серия скучная, потому что я 100% серии не тупо сидел на острове и нахрен клепал покемонов и не качал, то идите в жопу, потому что разнообразие тоже нужно, в принципе, что-то другое делать. А кто думает, что, в принципе, Эдисон все правильно делает и не только качает однообразно покемонов, что-то пытается другое сделать, то, ребята, я с вами, я вас люблю, всех своих подписчиков, кто меня поддерживает, а не кто пишет всякую херню и гонит только на то, что я не круглыми сутками качаю покемонов, то, ребята, на этом мы уже будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока!